Всем доброго времени суток. Хочу сегодня показать, что натворила африканская жара в Омске. Сегодня 29 мая 2020 года. Вот что у нас натворила жара. Ох уж эта жара. Следующая. Вот она какая у нас жара. И так каждый кустик. Это клубничка Ханей. Вот она какая красавица. Такого раннего у нас созревания ягоды еще я не видела. Клубничка Соната сорт тоже порадовала нас ранним созреванием и плодоношением. Вот какие у нее ягоды крупные, красивые. Вот они какие краснюльки. Сейчас покажу сирию, какая у нас. Сирия выглядит вот так. Вот он спрятался. Вот она, клубничка. Клубничка. Вот так африканская жара. Солнце садится и плоховато видно. У нас сегодня утром была жара, а с обеда начался дождь. И наконец-то красота. После дождя хоть немножко земля остынет и пропитается. Вот она какая, сирия. Вот она какая большая ягода. Ну вот так выглядит сорт Кимберли. Такая тоже красивая ягода. Тоже созрела, но созревание больше всего дал сорт Ханей. Так что такие вот дела. Такие вот у нас урожаи. Солнышко садится. И уже плоховато видно. Ну ладно. Такие у нас урожаи. Такие у нас солнечные дни, что ягода уже вот такого размера. И плюс еще она красная. Вот она. Вот она какая красота. Ну что, первое лакомство у нас прошло. Это была жимолость, но она еще даже не вся собрана, поэтому... А это наша вторая красота. Ну что ж, всем всего доброго и до новых встреч. Желаю вам хороших урожаев. Пока-пока.